Думать о земляках, думать о родных людях, которые верили тебе твою судьбу. Даже тогда, когда твоя собственная жизнь висит на волоске. Так поступал наш земляк, заслуженный врач РСФСР Алексей Петрович Макаров. Он прошел всю Великую Отечественную войну, ставил на ноги бойцов в партизанском отряде в Беларуси. Вот что он написал своей семье за год до победы 13 мая. «Дорогая Симоня, приветствую тебя. Я в своих предыдущих письмах довольно подробно, но в общих чертах писал. И если ты получала их, эти письма, то представление у тебя будет близким к реальной действительности. Пишу на ходу. Сегодня особенно беспокойный день с отправкой раненых и другими работами по нашим мелким, так называемым, госпиталям. Целую, ваш Алексей Макаров». После войны Алексей Петрович вернулся в родные Синтуки, где продолжил работать по специальности. На таких людей мы должны равняться и сегодня. Самоотверженных, стремящихся помочь всем, кто нуждается в помощи. От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы, дорогие земляки.